Здравствуйте. Ну как вам апрель? Идемте на остановку. Все, это не будет фруктов, ни овощей, ничего. Да. Будем только Турцию есть. И китайское молоко, наверное, скоро пить. Да. Все пропало. Да. Привет, Ромик, снимаешь? Здравствуйте. Снимай, снимай. Ну вот, как с Новым годом наш, кошмар один. Там уже напротив нашего подъезда это дерево, и смотрю, что ветка треснула, видать, под это самое, под грузом этого снега. Ужас дикий. Классная погода, я не ожидал. Зато будет хроника хорошая. Хроника, да. А ты там возле нашего подъезда цветы не снял? Тюльпаны под снегом. Снимал, знаешь, снимал. А, ну я сниму уже, приеду в этот... Уже приеду и да. Ой-ой-ой. Хорошо. Что такое, а? Случилось вот там. Это титова. Вот. Надо еще. Все, как-то нам. Совсем? Они вчера начали свисти, вчера был кинотеатр. Кахтаны? Да. Да. А все остальное сейчас клубника, черешня. А его ничего уже не будет. Мороза не будет, может еще пронесет, а если... Вон тоже, видать, дерево упало. Какое? Вон. А, нет, это ветка просто так. Да, не, навряд ли что упало. Тут надо сейчас осторожно под этими, под ветвями. Слушайте, а чем мы тут стоим? Давайте подойдем, что я буду. Все равно дождь-то, снег-то идет. А? А, вы на маршрутку? Не. Я по старой, я по старой памяти. Я по старой памяти, не-не-не. Что, едет, нет? А, вот там, что там происходит? Серёденькая. Yeah.
рукой на анализ, если вы будете говорить, как я нахожусь. Пошли на него. Вот это снег. Да, не ожидал я. Снег, да ничего, ничего. Все нормально. Берем батон. Опа! Обалдеть! Опа! Отлично! А? Буханка поехала. Так. Это он так очищает, да? Он сам едет, наверное, такой. Он сам не понимает, конопли. Ну и где мой троллейбус? Да, это наверное, на пару дней и все, ну как потом даст в жару. Это вы около какого-то, вы в каком? В четвертом? В подъезде. Я? Да. Нет, вы... там втроем, только на шестом этаже. А, вы. А-а-а. Ну да, я когда вышел, я да. Я на заводе работала. Так. Я понял, вот я понял. Ну и чё, не едет? Это рогатик.